А теперь еще о последствиях ливней начала июля. О них нам напомнил постоянный зритель телекомпании «Альтес» Артем Антонов. Артем ехал из Переоргунского района в Читу по федеральной трассе Чита-Забайкальск. В Оловянинском районе перед станцией Безречная они встретили пробку. Оказалось, водители скопились перед огромным водным потоком, который фактически перекрыл проезд. Водители предполагают, если бы на этом месте был водоотвод, подобной ситуации можно было избежать. Отважный автомобилист решился пересечь участок. К счастью, у него это получилось. Легковую иномарку накрыло водой под верхней кромки колес.